Мы понимаем, что иногда бюрократизацию и коррумпированность ставят в один ряд. Это, наверное, не совсем так. Бюрократизация, в смысле регламентация той или иной вида деятельности, она зачастую необходима. Но если это проходит не открыто, не прозрачно и не гласно, вот тут, да, сочетание в таком виде бюрократии и этих процедур как раз создает питательную среду для коррупционных проявлений. Если у нас что проходит по каким-то бюрократическим процедурам, но гласно и открыто, вот тут, конечно, гораздо сложнее реализовывать какие-то ни было сотрудникам нашим, что называется, коррупционные их проявления. Вот на создание условий прозрачности, открытости и гласности всех наших процедур и нацелена наша общая работа.